Йоу, гайз, с вами Шумики, и сегодня мы поиграем в игру, которая называется GeForge, либо Миссия Дарвина. Дарвин — это вот этот хомяк. Это его приятели. Это типа ученый. Ну, поймете. Количество жизней... Так, побить противника относительно сложно. Показатели время показывают на экране и количество жизни. Победить противника относительно сложно. Система подсказок находится в свободном доступе. Количество жизни 5. Победить противника очень трудно. Система подсказок находится в свободном доступе. Количество жизни... Ну, давайте среднее. Мне не нравится количество жизни, что имеется в виду. Проверка связи. Агент Дарвин, как слышите? Слышу тебя прекрасно, Бен. Отлично, начнем. Я буду следить за тобой во время учебного задания, но всей необходимой информации тебя будет обеспечивать КПК. Во время оперативной работы он будет важнейшей частью твоего снаряжения. Когда будешь готов приступать, иди на выход. Удерживайте кнопку, чтобы найти цель. Нажмите кнопку прыжка, находясь в воздухе, чтобы выполнить двойной прыжок. Затем идите на выход. Нажмите и удерживайте кнопку прыжка, чтобы зависнуть в воздухе, но пока не включайте вертикальное ускорение. Мне не нравится падение FPS-а. Зависните в воздухе, затем быстро отпустите и снова нажмите кнопку прыжка, чтобы задействовать вертикальное ускорение. Надо будет посмотреть, может, у меня вертикалька? Затем нажмите кнопку «Огонь», чтобы сделать выстрел. Походу, мне вертикалка включена. То, что у меня в последнее время очень быстро падает FPS в играх. Ну, сейчас стабильно-стабильно, потом просто что-то нажмите происходит. Кнопку, чтобы атаковать электрохлыстом. Только вот я не помню, для чего вот эти чипы были. Если честно. Нажмите кнопку, чтобы выпустить Муча. Это Муч, знакомьтесь, он может стрелять. Используйте кнопки подъема и спуска, чтобы Муч летел вверх или вниз. Наведите Муча через вентиляционный люк. Так, Р. Мучаем очень... Ну, такое, на самом деле. Выключите излучатель помех, чтобы открыть дверь. Нажмите кнопку, удерживайте кнопку, чтобы сделать рывок. Я чипы смотрю. Так, это ж мои деньги, да? А, ну, патроны, я имею в виду. Муч поможет вам преодолеть эти защитные двери. Муч может преодолевать препятствия в режиме... Вот, у меня вот, FPS снова падает. Излучатель помех, чтобы открыть, нажмите кнопку, чтобы удерживайте кнопку, чтобы сделать рывок. Нажмите кнопку, чтобы выбрать стабилизатор. Удерживайте кнопку для... С помощью стабилизатора вы можете сканировать объекты для сбора информации. Дверь — это дверь из дерева и может быть уничтожена лазером детектор движения. Дверь закрыта. Направьте указку детектора движения на дверь. Избегайте лазерного луча после того, как он станет красным. Вы можете притягивать к себе объекты, удерживая кнопку электрохлыста. Деньги, 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 деньги. Не знаю, на что мне этого хватит.
Блин, и главное, что здесь вертикальную синхронизацию никак не выключишь. И какие-то дерьмовые фризоиды. Дарвин, ты меня слышишь? Порядок, я на месте. Но охрана выглядит так, будто у них тут вечеринка. Я следую дальше, прямо к точке заброски. Всем оставаться на связи. Так точно. На схеме в дальнем углу сада обозначена водосточная труба. Сообщи, когда установишь визуальный контакт. Не попадайтесь на глаза охране. Следуйте к цели операции. И поверьте, если я попадусь... Удерживайте кнопку, чтобы найти текущую цель миссии. Попадусь на глаза, они меня начнут... Они меня ёбнут палкой электрической, чтобы вы понимали. Просто хомяк. Агент хомяк. Хуарес, да, я вижу эту трубу. Готовлюсь к спуску. Я слежу за тобой. Чтобы забраться в трубу, просто подойдите к ней или запрыгните в трубу. Дарвин, воспользуйся реактивным ранцем, чтобы преодолеть ограду. Хотел бы я сам быть на этой операции. Будь у тебя реактивный ранец, мы бы соскребали тебя с потолка. И тебе бы это понравилось. Да, тут есть юмор также. А, дверь закрыта. Нам нужен другой пункт входа. Нашла. Эксплуатационная шахта на крыше. Шлю данные на оперативный компьютер. Ясно. Удерживайте кнопку, чтобы найти текущую цель миссии. Нажмите и удерживайте кнопку прыжка, чтобы зависнуть в воздухе, но пока не... Если что, можно вот так летать. Бля, сейчас. Ну, оно такое, конечно, но все равно. Бля, я все-таки попробую посмотреть. Хотя 61 FPS еще бывает показано, значит, это не вертикалка. Скорее всего, просто плохо. Используйте электрохлыст, чтобы разрушать объекты. Все путем, Дарвин? Ты уже в особняке? Я внутри. Кластер, Хуарес, какие новости? О, подожди, точно. Все как по маслу. Я на позиции, к эвакуации готов. Вот почему 20 FPS? Какого? В чем проблема? В КС-ке у меня тоже проблемы, понимаете? Вот, к примеру. В КС-ке у меня... По КД 200 там чем-то FPS, да? Но с последнего момента стало так. Начинается какая-то динамическая херь, да? Вот мы просто с чельками стреляемся. Мой FPS сразу падает до 40. О, видите, электрошок ихний. Один хер я... Еще одна жизнь. Ага, теперь он будет стоять чекать, да, меня? Ау. Что мне делать? Вопрос. Меня в ловушку загнали. Хомяка загнали в ловушку. Все. Да, 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 с проблемы. Надо ждать, пока этот мужик уйдет, чтобы я быстренько пробежал.
Либо, как вариант, мне можно сдохнуть. Мне кажется, он будет теперь постоянно меня чекать. Ой, блядь, он в эту комнату зашел. И что мне делать? Вообще теперь ничего. Ну, заходи. Не, у меня есть, конечно, план. Фух. Хомяк в безопасности. Все, он теперь заперт в моей ловушке. Но я был обязан туда зайти. Посмотреть, что там. Я зашел, посмотрел. Я вот не помню, тут есть секрет или нету. Так, камера. Что дает камера? Заперта, дверь заперта и не может быть открыта. Дверь отпирается автоматически, когда вы к ней подходите. Камера видеонаблюдения Шеберлинг. Неуязвим для всех видов оружия, неуязвим, но может быть оглушен. Пучим при обнаружении нарушителя этот прибор может перекрыть выходы из помещения. Контейнер с высокой степенью прочности, однако его крышка не... Крышка может быть открыта чем угодно. Пробуем. Там посрать. Вентиляционные решетки должны быть уничтожены при помощи плазменного ружья. Окей. Чисто на одном хп играю. Так, контрольная точка, окей. Сюрприз! У нас тут лишняя камера наблюдения. Надо, чтобы кто-нибудь метнулся мухой и отключил ее. Есть! Подкрепление уже в пути. Муч прибудет к вам с минуты на минуту. Его излучатель настроен на скримблирование сигнала видеокамеры. Это даст вам как раз достаточно времени, чтобы незаметно прошмыгнуть мимо. Если ты поторопишься, амиго. Спасибо, Хуарес. Нажмите на кнопку, чтобы выпустить Муча. Летите Мучем к видеокамере. Нажмите... контакт с Сейбером. Еще какой контакт? Видели, как он вырядился? Но я боюсь, что контрольный пункт усиленно охраняется. Отправь Муча на разведку. Может, ему удастся найти лазейку. Пользуйте кнопку. Да. Муч, может, еще что поищем ценненького? Подшок. Я Ньшу, волшебник Сайберсенс, таинственен, как всегда. Неужели даже сегодня я тебя не увижу? О. Ты скрытен, даже в день нашего триумфа.
Все ли у нас готово? Да, мистер Сейбер. Все регионы доложили о готовности. Спутники слежения синхронизированы? О, да, мистер Сейбер. Все в полной готовности. Хорошо. Репортеры готовятся к интервью по телемосту, и я охотно поговорю с каждым после запуска. 18 FPS. Куда FPS? Вот сейчас снова стабилизировался. Он просто сам по себе прыгает, понимаете, из-за ничего. Мне кажется, нужно было легкий уровень ставить. Дарвин, готов взломать компьютер и проникнуть в аппаратную комнату? Есть контакт. Готов подключиться к главному компьютеру. Так, терминал ожиданных данных. Этот терминал находится в рабочем состоянии. Для его использования ставьте рядом с... Станьте, окей. Так, устройство для считания ключ-карты. Механизм, запирающий дверь, ведущая в охранным помещением. Для того, чтобы открыть такую дверь, требуется ключ-карта. Высокоскоростная вентиляция. Его лопасти... его лопастей можно избежать с помощью способности Муча. Замедление времени. Слом. Сигнал отсутствует. Что происходит? Подожди-ка. Так, для доступа тебе понадобится ключ-карта. Я проверила все камеры. Ключ-карта для терминала лежит прямо на столе для переговоров. Тебе придется послать за ним Муча. Мы готовы. Муч может уклоняться от быстро движущихся объектов в режиме замедленного времени. The Saber Sense. Вот из-за моих вот друзей вот по всему миру. Поворотные моменты в истории случаются редко. Муч, слушай меня. Когда возьмешь эту ключ-карту, ищи другой выход. Ты не пролетишь через эти вентиляторы с таким грузом. Ага. Сегодня день триумфа. День, который изменит мир. Посрать то, что... Дарвин, не хочу тебя торопить, но у нас мало времени до обратного отсчета. Слышу тебя прекрасно. Вообще, посрать, что Муч... Летает какая-то муха, около него летает ключ-карта. Порядок, я на позиции с ключ-картой. Взламываю. Что за... Что с видеоканалом? Это невозможно! Ты... Следуй за мной! И поживее! Как всегда, прекрасная работа, Дарвин. В переговорной комнате все тихо. Гладко, как по маслу. Особняк Сейбера. Внимание! Система безопасности нарушена. Весь неключевой персонал подлежит немедленной эвакуации. Погодите, это не свадебные колокола, нехорошо это. Что произошло? Я не знаю, Дарвин. Тут повсюду звучит тревога. По всему особняку объявлен режим полной боевой готовности. Так, бригада М, все на альтернативное место встречи, живо! Короче, давайте, я думаю, на этом мы с вами закончим. Типа обучение, это, считайте, входная часть такая. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока!